Добрый день! Пришло время делать еще один розыгрыш. Но перед тем, как я это сделаю, значит, нам поступили вопросы, кое-какие, что такое паунд. Это моя мама всегда, когда говорит цену, она говорит паунды. Вообще-то это фунты, стерлинги. Я всегда фунты говорю в видео. А мама говорит паунды, потому что так говорят здесь. Это англичане говорят паунд, паунд стерлинг, фунт стерлинг. Но тут еще паунд это и мера веса, тоже фунт, тот же самый. Вот это, собственно, и все. Вот это, кстати, папина картинка. Это моя картинка. Это все в Голдерс Хилл парке, который моя мама всегда почему-то называет Хамстед Хив. Да, там несколько наших картин, где мы часто рисовали Голдерс Хилл парк. Ну, а мама его Хамстед Хивом называет. Это вообще-то лес, который буквально рядом с ним. Но я сам Хамстед Хив не рисовал. Да. И чем Хамстед Хив, кстати, очень известен, там были такие насыпные дороги, хайвей их называли, и там были хайвеймен, это такие грабители, которые останавливали на этих дорогах дилижансы. И самым известным из них был Дик Терпин, такой, кажется, в 18 веке было. Его, кстати, потом поймали. Он когда где-то в бегах был, то его раз схватили за что-то очень мелкое и посадили там, так, ненадолго совсем, но дни. И он написал письмо родителям. Но от другого имени, конечно. Но так, чтобы узнали, они бы узнали, что это он. А почтальон, который как раз научил Дик Терпина грамоте, он читал все письма и прочел письмо и узнал его почерк. И сказал, это не тот, кто он за себя выдает, это Дик Терпин написал. И вот так вот его поймали. Ну ладно, приступим к самому конкурсу. Ну вот, сейчас все вот это будет разыгрываться. Вот эта страничка YouTube. Этот конкурс был объявлен 20 мая 17-го. Закрылся он вчера, 29 мая. Сейчас посмотрим, сколько человек принимали участие. Угу. 55 уникальных комментариев. Приступаем. И победитель Дина Грин. Ну, поздравляю вас, Дина. Вы выиграли вот все это. Пожалуйста, сообщите, пожалуйста, какие-нибудь данные, чтобы я мог с вас контактировать ВКонтакте или Фейсбуке или имейл, чтобы я мог спросить вас адрес. Ну, это, собственно, и все. Те, кто пока еще не выиграл, не разочаровывайтесь, конкурсы еще будут. До встречи!